изготовлена матрешка из стеклянных бутылок. Первая – это пивная бутылка фирмы «Балтика» «Кулер» объемом 0,5 литра. В ней расположена водочная бутылка объемом 250 миллилитров. А в ней расположена бутылочка объемом 100 миллилитров. Бутылочки были разрезаны, и на каждой части нарезалась резьба шагом 1,5 миллиметра. Все было сделано на школьном токарном станке ТВ-3 резцами.